Приветствую всех на своем канале. В этом видео я хочу показать, как я буду расписывать вот такие вот бокалы в виде мартиницы либо коктейльницы, смотря какой напиток вы сюда нальете. У меня были простые такие вот мартиницы, и я решила их обновить, то есть расписать золотым контуром. У меня есть просто золотой контур, а есть контур с блесточками. При высыхании он становится такой блестящий, видите? То есть блесточки такие вот красивые, они золотистые. Сейчас покажу, какой контур я буду использовать. Контур по стеклу и керамике золотой. И вот этот контур с золотистыми блестками. Фирма Декола. Этот контур после высыхания я лаком никаким не покрываю, так как он очень хорошо держится на стекле, и даже после мытья с ним ничего не случается. Ну что ж, давайте я покажу, как я наносила этот узор. Возможно, и вам понравится, и вы тоже захотите свои бокалы украсить. Всем приятного просмотра. Поехали!
Контур уже высох, и вот что в итоге получилось. Вот такая вот красота. Этот контур, который с блестками, при нанесении он имел такой непонятный серый вид, такая непонятная серая масса, а когда он высыхает, проявляются блесточки и остаются только блесточки. И вот так вот красиво теперь они блестят золотым. Такой вот легкий, довольно-таки простой рисунок, но тем не менее придает этому бокалу мартинице, коктейльнице такой изысканный, красивый вид. Таким образом вы можете обновить свои старые бокалы таким непринужденным, легким рисунком, удивить своих гостей. Также вы можете сделать на подарок такие бокалы своей росписью. Смотрите, как это красиво, нежно смотрится. Такой красивый вид бокалы приобрели. То ли бокалы, то ли мартиницы, то ли коктейльницы. Смотря, что вы в них нальете. Мыть очень просто. Естественно, мытье должно быть ручное. Я пробовала мыть губкой обыкновенной кухонной для посуды с моющим средством. И могу сказать, что с контуром этим ничего не происходит. Он не слазит, не сдирается, не облущивается. То есть он крепко-накрепко уже закрепился на бокале. Но все же мыть лучше ручным образом, то есть руками, а не в посудомоечной машине. Ну что ж, пожалуй, на это все. Так что, ребята, если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также вы можете посмотреть и другие видео с другими моими работами в плейлистах, которые ссылочки я оставлю внизу в описании под видео. Вы можете переходить и ознакомливаться, смотреть то, что вам понравилось. И напишите ваше мнение, как вам такая роспись. Нравится ли вам такая вот легкая золотистая роспись на бокалах? Все, всем всего наилучшего, крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!